крайне просто. Что здесь еще осталось? Здесь есть магазин. Магазин тоже достаточно простой, у него это просто обычная скоба. Есть осечка отражатель, такая маленькая пружинка. Это ты смотри отсюда, это же интересно. Да, первый прогон проходит, осечка отскакивает, ну, курок он здесь не ходит. Просто так он не заходит. Вот такая в кабинете. Значит, одним из помощников было то, что затвор должен разбираться в полевых условиях без применения. Он был просто разбираться в полевых условиях и без применения каких-то механизмов. Убирает все крайне просто. Я скажу подостроение. Пружина боевая снимается. Используем той же винтовки. Есть специальная дырочка. А еще вот подходит. Вот получается же счастье. Во-первых, не должно быть грязи. Хотя винтовка Мосина, она очень неприхотливая, если не сделать, что грязь по штуку Мосина считается смазкой. Это практически правда, только некоторые места очень нежные. Во-вторых, все это дело чистится, перед хранится на специальной смазке, перед боевым применением все это дело смывается. После интенсивного боя вот все вот это черное. То есть мы сейчас стреляем уменьшенным запасом, за холостым патроне меньше пороха, чем в боевом, уже за два. Но даже после холостого все это черное. Ведем мы огневой бой несколько раз менее интенсивно, несколько раз быстрее. То есть у нас будет бой максимум 40. И да, количество боеприпасов, которые выносят на бой, несколько раз меньше, чем на такой же примерно бой в реальном бою. Поэтому после хорошего дня боя все приходило такого. Но начинается на какой-то такой заказ. Там он взрослый уже будет, потом он перетаркает. А что там советское? Чистит? То, что можно. Сейчас все может просто. Я-то и так стреляю. Забрасывай.